Короче, хватит балдеть. Время 5 вечера. Пора ехать. Обычный маршрут сам бери заехать. Купи что-нибудь вкусненького. Короче, неплохой такой лежак. Не как в Таиланде, конечно, но еще лучше даже, потому что под тобой водичка журчит. Совершенно обалденные ощущения. Ладно, буду собираться, да поеду. Привет, друзья мои. Еду я опять на Сивинку, потому что 2 дня у нас дожди обещают, завтра, послезавтра. Сегодня у нас 21 августа 24 года, и на улице плюс 26, по крайней мере у меня в тени на термометре. Ну так, может, на солнце побольше чуть-чуть. Хорошо, тепло, вполне можно без футболки ехать. Побалдеем немножечко там. Ну, там дожди такие. Завтра, потом послезавтра дождь с солнцем, ну, тем не менее, лучше постраховаться. Вдруг погоды не будет долго. А такое лето я люблю и обожаю. Смотрите, какая благодать. Просторно, широко, тепло. Настроение отличное, едем на природу. Сегодня прям шикарная погода. Самая теплая с начала недели. А сегодня у нас среда. Подкачал колеса, видите, как легко бежит. Вообще педали не кричу. Потому что на дальние расстояния, ну, не камильфо на подспущенных. Ну как на подспущенных? Я прям сильно качаю. Да, дотяну в этом году, нет, потому что на лысой езжу. Видите, лысая совсем. Тем более, когда подкачиваешь, шансы увеличиваются проколоться. Да, передняя нормальная еще. Ну, как раз к 3 часам буду на Сивинке. Еще 10 минут. А здесь сюда приходится на встречку выезжать. Видите, как здесь ездить.
только по встречке. Мой самый нелюбимый перекресток. Всегда такая движуха. Светофора нет. Вот, его проходишь, и начинается благодать. Уже никто не мешает. Здесь вот нагородили, конечно, очень неудобно. Стоимость бензина, кому интересно. Я даже не знаю, сколько он стоит. Вот здесь такой едешь-едешь, а дальше поворот такой. Я считаю его опасным, потому что любая машина может наскочить на тебя. Сейчас вам покажу, где. Они там заворачивают на больших скоростях и несутся. Может занести прямо на тебя. Вон на том изгибе, видите, впереди. Они ж не притормаживают, просто несутся. И мне всегда хочется поскорее проскочить этот кусочек. Вот этот вот. Видите, как несется. Особенно, когда по первой полосе. Ну что, посмотрим, сколько у нас людей сегодня загорает. Есть народ. Есть народ. Так, немножко совсем. Как хорошо, когда нет музыки, такая тишина. Солнышко сегодня слегка затуманенное, но все равно очень тепло, у меня вся спина мокрая.
душноватенько чуть-чуть. Ну, ветерок спасает. Ветер юго-западный. Такую теплую погоду даже на море не хочется, хочется просто на прохладную силинку. Что я ведь делаю? Запахи, не надышаться. Но погода постояла, сухая 3 дня. И они уже не такие сильные, как сразу после дождя были. Вот сейчас дожди будут 2 дня. Даже кратковременно, если будет дождь. Совсем по-другому будет ощущаться потом. Посмотрим, что там. Какие там пассажиры сегодня. Всегда кто-нибудь да есть. Не бывает, что совсем пусто. Чисто. Неужели никого? Никогда такого не было. И вот опять. Не, есть тут. Всегда кто-нибудь этот пятачок да займет. Приятное, теплое солнце, теплый воздух, теплый ветер. Мне, короче, везет, то дети, то сейчас эти бабки здесь сидят, болтают. Тишины не получается. Водичка все так же хороша.
совсем ничего не боится. Зеленый кузнечик. Женщины освежаются. Я думал, они бабушки, они еще женщины, видите, какие бодрые.
очень скользкие камни.
Короче, хватит балдеть. Время 5 вечера. Пора ехать. Обычный маршрут сам бери заехать. И пить что-нибудь вкусненького. Короче, неплохой такой лежак. Не как в Таиланде, конечно, но еще лучше даже, потому что под тобой водичка журчит. Совершенно обалденные ощущения. Ладно, буду собираться, да поеду. Там, видите, тенек уже, а здесь еще солнышко. Мне кажется, это самый экологически полезный загар. На дереве лежать.
Казахстан, смотри, какие классные. Девушки, подавай. Казахстан, это Хабаровский. Хабаровский по 59, Казахстан по 89. Я, наверное, возьму сейчас, зарубаю. Тут кусочек на 200 рублей. Смотри, такой сахарный. Сейчас возьму его. Пахнут так. Я, собственно, арбузы заметил по запаху. Ну, яблок заново съедим. Сорт не знаю. Не очень вкусные. Прям очень. Я их обращаю килограммами. Да, арбуз пахнет прям вообще. Он даже по цвету отличается. Видите, здесь прожилки желтые, нитратные. Допустим, нитраты желтые. Я не знаю, по нитрат. И они нифига не пахнут. А Казахстан пахнет. Прожилок не желтых, видишь, они без нитрата. Дыньки вот такие есть порезанные. Дыня, пока мне неохота. Жестковатые они. Дыни по 99, но они часто по акции, по 69 бывают. Такие плотненькие. Сегодня арбуз захудачу. Видите, еще такая тема присутствует. Если целый арбуз, цельный, по 65 рублей получается, а резанный по 89. Видите, такая тема еще присутствует. Если режут они арбуз, то ставят по 89, а целый по 65. Считается, наверное, что резанный как бы все равно выигрываешь. Меньше берешь и смотришь, какой кусочек. Или по 79. Обратно же резанный по 99. Это колхозницы. Ну, они такие похуже, конечно. Торпеды поинтереснее. Вчера, кстати, йогурт урвал здесь. Была акция по 19 рублей. Я набрал вчера. Сегодня уже по 49. До 26. Значит, 25 ценят. Или 24. По 19 можно и брать, а по 49 дорого. Рыба вот такой минтай у нас. Штучные заморозки. Без головы. Наладная такая, что-то дорогая, блин, 106 рублей. Нафиг она нужна. Солодка по 55. Многие сами солят. Кстати, надо у вас рыбочки взять солененькой. С картошечкой, со свежей. С молочной картошечкой зафигачить. Что-то я селедки захотел. Аж слюни потекли, сейчас что-нибудь возьму. Картошечки отварю молоденькой. Зафигачу. Селедки не счесть. Единственное, часто с сахаром идет вот в этих вот распасовках. Сладкое слишком. Может целую взять, разделать самому. Люторская жирная. Спина такая. Вот и корка Анатолий привозит. 400. Скоро будет свежая краба, будем сами делать через пару недель. Пятилитрочку тепленькую на хлебушек.
Только с хлебом проблема, что-то черный хлеб пропал из Амурска. Икра будет, а с хлебом что-то проблема. Пожирнее хочу селедки взять, жирный какой-нибудь. Вот говядинка. 900 рублей килограмм. На 300 рублей этот кусочек. Фарш. Это на мой свекольник очередной. Сверечный два. 150 рублей, 250 грамм. Свеженький. Арбуз пахнет.